Евразийский национальный университет отмечает очередную годовщину с момента основания. За 27 лет один из крупнейших вузов страны выпустил более 80 тысяч специалистов. Ежегодно образовательные программы университета меняются с учетом востребованности. Одна из последних, запущенных здесь, это разработчик нейронных сетей. Слеты выпускников – давняя традиция в Евразийском национальном университете. В этом году он проходит в формате Open Air. Family Day. Все приходят с родителями, с семьями, чтобы они увидели, где работают их родители или учатся дети, выпускники, студенты, сотрудники. Сегодня празднуют день рождения университета и слет выпускников. Университет ежегодно выпускает около 5000 специалистов, от журналистов и политологов до архитекторов и энергетиков. Причем после выпуска трудоустраивается порядка 90% выпускников. В вузе более 200 образовательных программ, и они постоянно обновляются. Система образования сейчас актуальна. И искусственный интеллект, и направление это в основном технические специальности. Логистика, метрология. В этих специальностях есть большой спрос наших студентов, абитуриентов. Ученые вуза издают 17 научных журналов. Выставки и конференции здесь дело привычное. Теперь их можно проводить и на новой площадке. В ЮНУ открылся коворкинг-центр. К слову, обустраивали его сами преподаватели и студенты. Даже мебель изготовили собственноручно. Данный коворкинг был необходим. Мы видим, как только вот он открылся, уже заполняется профессорами, преподавателями. Ну и в принципе, это тоже место коллаборации для преподавателей и для самих студентов. Еще одно событие совпало с праздником. Сегодня были выставлены 100 копий средневековых карт Казахстана. Это результат многолетних исследований ученого Мухит Ардагера Садыкназарова. Чтобы издать атлас, ему пришлось изучить свыше 20 тысяч оригинальных карт по всему миру. Ботагоз Базарбаева, Руслан Алиев, Астана, Хабар 24.